Эта остановка на улице Летной сразу выделяется на фоне городского пейзажа. И не только тем, что заметно разрушающаяся конструкция вновь и вновь красится, но не меняется. Но об этом чуть позже. Даже внешне этот павильон отличается от остальных 165 остановок округа, которые заменили более 2 лет назад по региональной программе правительства Московской области. Но все же, если откинуть эстетические соображения единообразия, так ли важно жителям, где дожидаться свой автобус? Неудобно здесь стоять. В непогоду, пожалуйста, вот снег, дождь. Это же надо вот так вот нагнуться, чтобы увидеть, да, какой там транспорт. Надо выходить. Чаще всего люди собираются вот за, понимаете, вот как-то спрятаться. Или спрятаться в Пятерочку зайти, вот в ближайший магазин. Действительно, он очень неудобный. Это действительно так. И поэтому, естественно, его надо заменить. Везде поставили одинаковые. Надо ставить одинаковые. Казалось бы, что может быть проще – заменить остановку. Оказывается, раньше здесь был торговый павильон. В едином архитектурном и цветовом решении он соединялся с местом ожидания транспорта. Поэтому, когда в округе меняли все павильоны, этот ансамбль решили не разъединять. И только после того, как торговый объект снесли, остановка стала сиротливо выделяться, а жители испытывают дискомфорт. В управлении транспорта и дорожного хозяйства администрации о проблеме знают, в скором времени обещают решить. К сожалению, в этом году у нас не было возможности заменить данный павильон. Мы эти мероприятия будем планировать на 2021 год. Если финансовая ситуация позволит, то, конечно же, поставим там остановочный павильон, аналогичный тем, которые стоят в основной части города. Вопрос поставлен на контроль, а жителям пока остается дожидаться здесь не только свой автобус, но и запланированное благоустройство. Дарья Ленская, Константин Химичев, Первый Мытищинский.